Так, 1 ноября 2020 год, Харьков, 19:15 по Киеву. К сожалению, только такая у нас луна доступна на данный момент. Добавляют, конечно, несущиеся по небу облака драматичности. Изображение Луны. Но не качество картинки добавляет. Ах, красота какая. Ну, грех жаловаться. В общем-то, сутки лил сплошной дождь. А тут у нас практически полнолуние застали. Вчера было полнолуние. Да, и как-то просвета нет в направлении движения облаков не вижу. Наш Аристарх, кратер. Пропал. Ладно, будем ждать, может, прореха какая-нибудь еще будет. Только что было Марса видел. Подождем. 1 ноября 2020 год.